Привет, друзья! Сегодня хотелось бы поговорить на тему, что означает слово «фейк» в риэлторской терминологии. В переводе с английского «фейк» — это поддельный, фальшивый, то есть объекты, которых не существует, или, проще говоря, фальшивая реклама. Итак, рабочий день Льва Рохмана. Алло, Рохман у телефона? Алло, Рохман, почему вы продаете однокомнатную квартиру в центре за 40 тысяч, когда у всех посредников она стоит 35? Ой, мне нравятся эти вопросы. Пойдите и купите у посредников за 35. Но у посредников их сейчас нет. А вот это уже наглость. Когда их нет у меня, их продаю за 30. Друзья, итак, в чем мораль? Некоторые инструменты риэлторского маркетинга создают иллюзию низких цен и возможности купить квартиру дешево. Но это всего лишь иллюзия. Хотите купить реальную квартиру по самой хорошей цене? Обращайтесь к Льву Рохману. Работаю головой и без мозолей.